Планетарий действительно заработает, но позже, чем предполагалось. К сегодняшнему дню космонавтики объект сдать в эксплуатацию не успели. Работа оказалась больше, чем думали. К памятнику культурного наследия и будущему дворцу неземной науки подошли со всей серьезностью. Сейчас планетарий работа идет полным ходом. Встретили, озвучили новые сроки. Наш корреспондент Сармат Мисиков побывал на объекте и посмотрел, насколько ближе стал космос. Строители предполагали, что 12 апреля планетарий уже распахнет свои двери, однако работы еще не завершены и требуются дополнительные. Сдать объект, тем не менее, планируют к октябрю этого года. В ходе ремонтных работ выяснилось, что необходимо дополнительно исследовать купол и сделать наружную обойму. Это поможет укрепить его конструкцию и предотвратить разрушение. Руководитель реставрационной компании Алан Киргуев отмечает, что к работе приглашены лучшие специалисты из Москвы. Еще одна задача – сохранить уникальный декор из кирпича. Кроме того, рядом с планетарием строят еще одно здание. С основным оно будет соединяться наружным входом. Сейчас ведутся монолитные работы по возведению проекта приспособления. То есть все подсобные помещения и помещения, требующие те помещения, которые требуются для полноценного функционирования планетария, они будут вынесены на улицу и будут в этом отдельно стоящем здании. По словам ведущего специалиста НПО имени Лавочкина Руслана Кумаева, к зданию относятся очень трепетно, все-таки объект культурного наследия. С вниманием относятся ко всем экспертизам, сейчас необходимо провести еще две. Специалист отмечает, лучше делать дольше, но сделать хорошо. На мой взгляд, более важно, да, вот, что все-таки мы это сделали, потому что вот, очень большой пессимизм во сети вот, по поводу этого планетария. Очень мало людей, к сожалению, верит в то, что мы доведем до конца этот проект. Ну, я уверяю и говорю каждый раз в интервью, говорю о том, что мы это сделаем. Планетарий станет одной из площадок технопарка «Кванториум». На его кровле будет размещено два телескопа, а внутри – аудитории школы космонавтики. Сармат Мисиков, Аслан Тебиев, Новости Осетии.